Доброго ранку, мы из Украины. Сегодня всю ночь там бомбили. Как-то плотнее, то есть уплотняется к 9 мая, к Дню позора России, наша бомбежка. Но специально подождал вот статус на 10:30, жертв нет, есть чуть-чуть лихораненых, много ущерба материального, ну, это мы переживем, как бы главное, что нет жертв, и слава богу. Заметил также, что по риторике эти русских как-то забылось, что они шли сюда освобождать русскоязычных. То есть это, наверное, связано с тем, что, ну, тероборона так точно, вся русскоязычная, тут дают им люлей, щей, то есть этим же русским отборным матом шлет за кораблем. То есть и как-то раз и исчезло, все забыли, зачем эта спецоперация. Такое ощущение, что у русских вместо памяти там какая-то дискета это на 8 дюймов или на 3,5 вынули, вот вам новое говно, ешьте, не будет дальше так. То есть, ну, никакой логики. И еще я заметил, что в принципе вся риторика поменялась, все забыли. Теперь надо просто убивать украинцев. Вещают они в телевизоре, что воюют там с НАТО. Убивать украинцев, величие. Подумал, что, ну, вот если, например, у русских телевизор забрать. По сторонам посмотрел, стены во мне, то есть ковры висят, ущербное все. То есть от величия только телевизор, получается, у русских дома стоит. Если его выключить, то, наверное, все. За неделю, то есть на стены будут лезть, некому высказывать о великой русской стране. Всем добра!